Всем привет! Мы с вами, ребят, на пляже, который называется в народе армянским. Я сам не знал, что он так называется, если честно. Я вообще не знал, что это пляж. Но мне уже подсказали тот период, когда я был, стал уже Богу вставать, скажем так. Ох ты, хотел перелезть на те вот плиты, но потом заметил, что немножечко все-таки вода остудила меня. Слава Богу, что немножечко. Там наверху едет поезд. Но я предлагаю вам прогуляться по пляжу Армянский. Изначально я планировал сделать прогулочку сверху. Но потом, увидев, что пляж стал гораздо шире в отдельных местах, и можно пойти пешком, прошел определенный участок прямо вот здесь вдоль моря. Ну, а пока буду идти. Напомню тем, вдруг найдется кто-нибудь, кто писал эту надпись, ему будет приятно увидеть. Например, Ясны 2016, Якутск 2019, Питер 2018. Поезд сверху идет. Бугры какие-то. Мы вас любим. Любят бугры нас. Если не ошибаюсь, вот последнюю мою прогулочку, когда я здесь бывал, здесь все-таки был пляж. Его намыло. Его не было, потом его опять намыло. Он появился, и вот теперь с этой стороны я его не наблюдаю вообще. Но в то же время... Привет Копейску, который здесь тоже отметился. В то же время с противоположной стороны от армянского пляжа, то от входа на армянский пляж, вернее будет сказано, пляж появился. И появился достаточно такой протяженный. То есть можно практически пойти вдоль всего берега. Есть еще, наверное, прошлогоднее летнее видео, где я иду практически по воде, и в ряде случаев иного варианта просто не было идти только по воде, либо вот по вот этим вот местам, где я сейчас иду. Однако мне все-таки кажется, что летом вот этого года здесь народ, был маленький такой островочек, и народ загорал. Возможно, я ошибаюсь, если что, поправьте меня. Я здесь не такой частый год, гость. Курган 2017-й. Курган 2015, это уже стабильность, это уже что-то говорит нам. Курган частенько приезжает сюда. Москва 2018. Дальше нечитаемый фольклор. Здесь вот самое, наверное, напряженное место. Еще недавно здесь, опять же, я вспоминаю, все-таки я здесь проходил. Это вот вход непосредственно на пляж Армянский. Под воздействием соленой воды, штормов, он немножечко так пострадал, как видите. Ну, доски заменят, я думаю, летом тут тоже все переварят, сделают, вход сделают, не переживайте, все будет нормально. Вот насчет этих бетонных плит я не уверен, честно говорю. Еще год назад здесь стояло такое небольшое кафе импровизированное, так сказать, может быть, даже подпольное, кто же его знает. Теперь его нет. Я не буду подниматься здесь. Мы с вами окольными путями прям по морю практически. Здесь, кстати, очень так пахнет водорослями, как будто бы шторм прошел вчера. Полезем дальше. Опа. И все-таки она меня настигла из-под тишка сзади. Я про волну. Ну, слегка подмочила мою доселе сухую практически репутацию. Пойдемте дальше. Ничего страшного, чай не впервой. Воронеж. Фиг догонишь. Нижний Девицк. Что-то такое знакомое, знакомое. А, Нижний Девицк, это же Воронеж практически. Под Воронежем. Море классное, спокойное, чистое. И вот с этого места пляж начинает немножечко расширяться, ребят. Раньше я ходил по вот этим вот крючкам, еле-еле пробирался, то теперь могу свободно пройти по вот этим бетонным плиткам. Ну, если надо, то и по гальке. Без проблем. Чапаевск, видать, давно были, в 2012 году. Подстерло слегка. Надо бы обновить Чапаевск, давайте. Погода вообще замечательная, я вам скажу. Градусов 20, 100%, наверное, есть. Очень хорошо. Вика, Андрей, 2010, 4 августа.
Вот не пойму, что за город. Енск. Смоленск. Вот. Да, давненько здесь никто не писал ничего. Все какие-то старые надписи. То ли дело ваше, там были свежачок. Три гордых нырка. Видимо, таких уже достаточно в возрасте. Засели на вон том последнем бетонном блоке. Я их намечаю уже тут давно, одного точно. Когда шел еще туда, вот на пляж Пионерский видел. Сидят, ждут у моря погоды или просто рыбу. Ну и раз не ловят рыбу, то, наверное, наелись уже. Эля, улыбнись. Видимо, Эле не очень понравилось на море. Она была грустная. Владимир, 33. Алексин, 2016 год. Дальше не пойму, но 15. Вот эти три гордые птицы. Чем-то похожие на пингвинов издалека. Чем-то на уток. Вот такой вот, ребят, пляж армянский. Здесь сейчас. Более сказать мне пока вам нечего. Естественно, все к сезону поменяется. Мы прогуляемся здесь еще как-нибудь. И посмотрите. Да, кстати, должен заметить, что только что вот рядом со мной, практически параллельно со мной шел сотрудник РЖД. И он записывал буквально все-все-все. Вот где, что, какие вот эти вот проблемки. Останавливался. Я просто тут уже достаточно долгий промежуток времени, наверное, часа полтора-два, наверное, гуляю туда-сюда. И вот он то же самое. Стал там записал, там записал, там записал. Так что РЖД бдит. Всем пока!